Так. Значит, про типы дистанции. Первый, померили дистанцию. Значит, как там встать? Встали ровно, пока что не говорили, посредине, сделали шаг назад. Вот мы достаем кулаком. Это первый тип, когда мы работаем стоя на месте. На месте работы. На месте. Дальше, встали дальше чуть-чуть. Чуть-чуть отодвинулись назад. Мы работаем на... Сейчас, Миша, секунду. Ничего, да? Ну, скажешь, когда закончишь. А, это эта штука, да, дорогая, походу. Это же на самом деле конечная фаза приема. И мы в это положение-то попадаем уже в самом конце. Ты знаешь, что еще хорошо? Да. На самом деле, не надо распределять сколько. Мы знали, в принципе, ребята, вот почему? Потому что ты глаз занимался. Нет, для этого просто надо бить. Конечно, конечно, конечно. И не один год желательно. Да, желательно. Так, это я уже для себя снова рассказываю, и для того, что, значит, это конечное положение, и мы в него попадаем только уже в конце приема. Вот эту дистанцию. И, конечно, в этот миг у нас как бы пик. Если мы только в этой точке работаем, то мы никогда не приблизимся на эту дистанцию. Противник никогда не подпустит нас на нее. Это надо подойти, а потом ударить. Это никогда не получится. Нам надо подойти в динамике прямо сюда. Поэтому что мы сейчас делаем? Принимаем уже боевую стойку, становимся выше. И в это положение делаем выпад. Можно с такой стойки, пожалуйста. Это не важно. С этой стойки. Это первый тип дистанции, короткая дистанция. Если мы на выпаде не достаем, сделали выпад, она все равно далеко, противник, ну как опасается, немножко пятится назад, то есть нас тащит зону комфорта, и поэтому не подпускает к себе. У нас есть второй тип дистанции. Мы ногу подтаскиваем сзади, и подтаскивая сзади ногу, снова достаем, даже не сдвигая переднюю с места. На выпаде не могу достать, но если подтащу заднюю, очень легко это делать. Вот так мы на киваре, никто не работает вообще, потому что почему-то все бьют, именно подтаскивая заднюю ногу, да, Серега? А по киваре бьют так почему-то. Все время работает. Я сегодня как раз объяснял. Да. Со стационарной это ноги очень удар. Да. Больше. А по ебу удары сбить. Заднюю ногу подтаскиваем. Подтаскиваем. Точно так же есть. Секунду. Сейчас то же самое сделаю, подлез, залезу еще выше. Давай только ты не дергайся. Я стараюсь. Я один раз так забыл, что я стою на стремянке. Я знаю, так, у меня тоже такое было. Я долго стоял, очень, и забыл, что стою на ней. Смелый стал. Все, я готов. Готов, да? Так, значит, вот этот фаз снова тоже, да? Это же самое. Скажешь, когда? Есть. Теперь вот так. То есть подтаскивать обязательно они тоже идут. Но это уже потом просто... повторить это можно будет? Конечно. Потому что я точку поменяю. Хорошо, конечно. Я почему-то постукиваю, чтобы напрягалось. Mm-hmm. Хотя бы немножечко. Можно, да? Да, я готов. Ну, боксерский вариант снимать, да? Сейчас, секунду. Есть? Нет, на следующий год. Еще? Да.
Сейчас. Готов. Бить, да? Бить? Да. Сейчас приходим. Сейчас еще будет. Сейчас, секунду. Нога не вмещается. Я же не могу вышли за место. Не получается? Да. А если сюда перебраться? Мы будем снимать снизу, походу. Вот эту боксерскую ногу мы сейчас снимем. Снимем снизу, да. Давай дальше пока по этим дистанциям. Хорошо. Дальше по этим дистанциям. Теперь мы делаем подшагивание. Когда мы не можем дотянуть, вернее, мы делаем и выпад, и подтаскивание ноги, волочение сзади ноги. То есть мы так не достаем, и даже так не достаем. Когда мы ногу продвигаем, и... Ага. И такая. Да. Сейчас, секунду, Миша. Вот этого, Серега, точно нет нигде, согласись? Знаю, я сегодня бил с дистанции вход с 2,5 метров, потом... Да, за шагами. Шаг из поскока с классического, то есть когда передняя нога уходит. Тебе надо и так работать. Вот то, что ты сейчас знал, это попадающий. Первый, когда нога передняя шагает, я его подъем, покажи. Ты вот достанешь. А сейчас дойдем, надо дать? Вот так дойдем, да. У меня вот первый удар в убой, который я работаю. А вы словно шагом бьете? Не, я бью вот первый, который я работаю, на убой одели, стоите, вот человеку надо... Да! Да. Сразу, да. Вот это он, ты стоишь, вот все уже, ничего не получается, разговор. Надо подальше тогда так. Да. Ну, посмотри, какая это. Можно когда отсюда. Когда мы сидим на шаге. Отсюда. Я все равно взлетаю, я бью туда полностью. Угу. Чтобы на убой. Неважно, я могу вот отсюда стоять, вот все равно да. Ну отсюда уже нет, отсюда хватит. А вот с этой дистанции я все равно колочу туда, чтобы голова летела. Полностью. Я говорю, ваша цель не сюда, вон туда. Ну, в пол локте. Да. В пол локте туда. Бам. Вот это он. Второе, то, что ты показывал, да, что ты вот стоишь, это вот этот подшагиваешь. Я же показываю. Да. А фактически, что ты потом раз, два ты сделал, это первый вход, и боксерский та же. В карате и бам-бам. Ну это пару карате. Да, то же самое в боксе. Все. Оно вяжется там в ноль. Это юми-йоли, то есть раз, два, да, на этой комбинатуре шагу. Все правильно. Еще полный раз, раз, два, три, полный шаг. Давай. Да. Вот работная вещь. Так, начнем остановиться. Это дело. Раз, два, подтаскивай, да? Ставим остановиться, да? То есть, папа, на самом деле, это движение как двойка, да? То есть, раз, два. Вот, конечно. Непонятно, как мы это будем показывать. Никак. Мы только покажем вот это вот. Все. Только это. Макс. Вот этого не надо два, не надо, нет. Нет, я понимаю. Я... Вот так, смотри. Я врану. Макс, вот так, врану. Смотри. Как показывать. Смотри, первый. Раз. Первый. Раз. Второй. Два. Короче, все надо снимать снизу. Снизу, да? Это так не это. Не а полный шаг сейчас мы будем снимать? Что вот я тогда снимаю? Мы, вот тогда сейчас заснимем вот этот полный, вот, в три стадии. Вот так под шаги сначала. Давайте, пожалуйста, конечно. Вот сейчас надо ноги снимать в основном. Прям сверху плавно, я так считаю. Ну, это не так важно. Чем отличается подшагивание от зашагивания? При подшагивании мы не выносим заднюю ногу, подступающую, за пределы передней. Это может быть либо чуть-чуть, либо далеко, но только на ноги не больше, да. Таким вот. Пам. Пам. Вот сейчас надо это показывать. Пам. Да. Пам. Еще раз назад, назад, назад. Либо так. Сейчас. Двинуться чуть-чуть. Стой точно вот там же, пожалуйста. Смотри. Вот мы работаем эти самые. Нормально. Давай не будем тратиться. Главное снять, все хорошо. Ну лучше так после этого. А? На таблетку. Знаешь, после таблетки стало лучше, все, не
что утром я вообще не мычал. И я думаю, я еще не знаю, где сахар, если ты упал, я сейчас вот принял чуть-чуть. Он меня прям выключал. Мне кажется, сахар падает, она смерть, это вообще, это просто пипец. А голова вообще соображает на сахар, совсем. Я сидел, я на вас смотрел, я слышу туман. И даже зрение серым становится. Раз зрение рубаться, стало серым, черно-белым. У меня был так вот без сахара, это вообще просто вообще. Давай, крутись. Готов? Все работает, не работает. Из такой сейчас пики сделаем. Есть. Подступаем. Подступаем. Есть. Промежуточное там было еще одно действие. Так, раз, два. Вот это, да. Три. Есть. Все готово, да? Сейчас посмотрим. И такой же боксерский вариант надо снять сейчас. Наш сессия только для кого. Делай обязательно оба варианта. Да. Я же дам комплекс, ты не думаешь, что, а ты его, разберешь по нюансам. Разберешь по нюансам, да? Мы так и сделаем. Так. Максим Спиренко. Поступаем все. Что они такие мягкие, не сбиваются. Бабковыми волосами девственницы. Понял? Ясно. А я думал, соснулся, хотел брать. Или это пупковый пух? Все, поехали. Готов? Готов. Сейчас. Еще раз. А ты поймай момент, парни, попробуем. Вот когда вот я вот вступил. Мне кажется, поздно. Кажется, поздно. Я уже лечу, уже там. Вспышку вижу, я уже там торчу. Да? Есть. Есть, да? Ну, отлично. Дальше, зашагивание. Или еще? Зашагивание – это с перекрещиванием. Да. С перекрещиванием. Вот это надо снимать снизу, точно, абсолютно. Ты вообще все полностью снимешь, да? Мне кажется, да. Одного плана не выйдет, да? А смысла никакого, я как бы не... Ну как знаешь? Хорошо, да, надо, ну, по факту мне же надо снять. Ну, чтобы отработать. Да, потому что непонятно, что это пойдет. Сейчас, секунду. Готов. Такое положение сначала, далеко стоит. То есть как бы далеко вообще. Ладно, уже далеко. Видно, да? Далеко. То есть даже шагом далеко. Полно. Еще хорошо. Готов. Поехали. Еще раз. А, только фазу выдышит, да? А поймай ее тогда прямо на динамике, чтобы было поинтереснее. Сейчас. Еще? Ну, конечно, не надо динамики. Не надо. Оно получается... Смазано, да? Оно получается не то, что смазано.
Есть косячные, которые косячные вообще. Где одно не протянут, но продолжение. Некрасивый, художественный. Все, мы отрекламируемся, фонд уже вышли. Вот, я думаю, что мы сведем ее по любасу в новую будущую. Ты мне не сказал, как это, как съемки. Пошлем ты на лодочке с мужем, что если пойдешь. А что, понятно? А это? Ну, мы сняли, сколько, 20 фильмов. Ну, 20 фильмов. Это как-то я смотрю, я посмотрел, что я говорю, потом смотрю, значит, с режиссером, он говорит, нам так повезло, мы так быстро сняли фильм, всего за два года. Ага. Здесь промежуточная между вот шаг, вот дальше, вот, вот в этой надо еще, вот это надо сейчас сделать, все три, все.
зашагивание снять, да? Да, говорит, что надо соответственно, как момент. Зашагивание. А подшагивать не надо. А я думаю, это будет понятно. Там все понятно, все. Да. Мне кажется, это будет очевидно. А вот с этим вот зашагиванием надо как-то расшифровывать. И все, когда комбинаторика этих шагов есть, ты не задумываешься, как их скомбинировать, чтобы подобраться. Все, ты на дистанцию своего приема сильного выходишь с своего положения, с своего дистанции. Вот крайнюю точку. Когда ты сам себе не дашь. Почему женщин фотографов придет? Потому что у них такая штука. Так, ну что, готов? Да? Сейчас, секунду. Только ноги будут одни, да? Ну надо ноги выше колена снимать обязательно. Почему? А смотри, потому что, чтобы было понятно, как расположены ноги. Закручены, раскручены. Закрученный, это очень важный момент. А то же можно вот так идти. Это неправильно, но именно показали цвету. Но это, я считаю, важно. Да бедра вообще, походу, самое главное. Бедра? Конечно. Пошел Макс, знает.